відкрита трибуна. Чи брали ви коли-небудь участь у мітингах та як до цього ставитесь? Ну, чесно говоря, пару раз я принимала в этом участие, пока не поняла, что, в принципе, это бессмысленно на самом деле. Потому что, да, когда ты приходишь туда, ты понимаешь суть того, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Но когда ты не видишь результата, да, то что эти митинги, они не имеют смысла, потому что наши, скажем так, политики, они сами все за нас решают и, как бы, да, вот смотрят на это все со своей стороны, то, что мы, скажем так, тратим свое время, бессмысленно, да, показало мне то, что, в принципе, этого не нужно делать, потому что от нашего количества, да, там, людей, 50-100 человек, которые стоят, мерзнут, что-то доказывают, чего-то пытаются добиться, как бы, смысла они не получат. Никогда не брал, я считаю, ну, это беспредел, надо доверять, ну, так сказать, руководству страны. То есть вот это возмущение, это какой-то бунтарский такой дух, он не, ну, не, как, не для меня это как бы. Ні, я не брав участь в мітингах і думаю, що це чудово, що люди йдуть на мітинги і хочуть показати свою точку зрення на російської. Тому що зараз у нас в країні дуже складне становище, і влада не завжди бачить або не хоче бачити деякі деталі. І тому, якщо люди виходять на мітинги, і це не проплачені, а сказати, це іде від народу, це дуже чудово. Я на митинги не хожу, так как нет времени у меня, но вообще я к митингам отношусь положительно. Мне нравятся митинги, так как мне кажется, что тогда народ отстаивает свои права и им не плевать на свое положение. Очень позитивно, потому что это есть наш, как народа, да, путь к демократии. Мы можем высловить свою думку. Вот, и нас услышит правительство. Если нас будет много, а я бы хотела, чтобы нас было побольше, и мы бы участвовали, и свои какие-то требования и цели мы достигали бы. Відкрита трибуна.